Спонсор прогноза погоды – компания «Гарант прав». Надоело сидеть в кредитах? Вся зарплата уходит на погашение долгов? Устали выслушивать угрозы коллекторских агентств? Мы решим ваши кредитные проблемы. Компания «Гарант прав». Полный цикл работ по юридической защите. Измените свою жизнь в лучшую сторону. В воскресенье в Самарской области будет облачная и пасмурная погода. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем -7, -10 градусов. Ночью 11-13 ниже 0. Ветер северо-западный. Скорость 1-2 метра в секунду. В Сызрани пасмурно и небольшой снег. Днем -7 градусов, ночью 13 мороза. Северо-западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, но без осадков. Температура воздуха днем -7 градусов, ночью -11. Ветер западный 1 метр в секунду. В Самаре облачно, утром возможен небольшой снег. Днем -8 градусов, ночью -12. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.